бомбочка! Ласту будете искать, нет? В который раз мы теряем ласту? Ласту мы теряем уже в какой раз точно. Подожди, папа найдет ласту. Хотелось бы сказать, что бассейн-то глубокий, но детям все ни по чем. Они сами самостоятельно купаются. Ну, конечно, с присмотром. Молодец. Как всем известно, в Таиланде много-много вкусных фруктов. И сегодня у нас вот такой необычный обед. Это у нас виноградик, манго. Это как называется? Я не знаю. В общем, мы этот фрукт пробовали в Гуанчжоу, но мне он как-то не очень понравился. Сейчас попробуем. Кто знает, напишите в комментарии. Приятного аппетита. Приятного аппетита фруктов. Как же плюхнуться так, пух! Я говорю, мне кажется, или тут канализация пахнет? Кажется. Кажется? Да. Холодно, где тоже пахнет. Так, где мы находимся? Мы находимся на пляже Ката. А почему так грязно? Грязная вода, да? Да, сегодня а очень... Сегодня очень грязная вода. Нет, мне кажется, я не из-за стока, из-за этого. Хотя ты знаешь, этот сток такой тоже, знаешь. Сомнительный какой-то, да? Да. Ну, это никому не мешает купаться. Фу, чувствуешь запах? А может сместиться туда тогда? Ника! Всем привет! Сегодня мы находимся на пляже Ката. Народу очень много. Проленились сегодня целый день, и только 17:13 мы оказались на пляже. Уже шестой час. Разместились сначала вон там в тенечке, солнце уже потихонечку заходит, и... Хотели спрятаться от солнца, а там какие-то кафе или еще что-то, да, и, в общем, сточные воды какие-то. Да, запах вообще ужасный. Вот, не канализация, а вот именно какие-то сточные воды. Сместились маленечко сюда, здесь нормально. Вон, дети колбасятся уже. Полина, и уже с кем-то уже познакомилась. Какой-то девочка познакомилась. Иди, подойди. Привет. Тебя как зовут? Вероника. О, еще одна Вероника. Заплыв. Вода сегодня очень мутная, она, скорее всего, за волн. Но очень теплая. Вероника, он борется с волной. Ты что тут делаешь? Исполняешь. Так, ласты, может быть, сними? О, силась. Давай, ласты снимай, маме отдай. И будем вместе с тобой заплыв уходить. Давай, пойдем на глубину. Как тебе сегодня водичка? А? Смотри, смотри. Клевая вода, ну мутная. А здесь, кстати, водичка-то уже попрозрачнее будет, почище. Опа! Все, я пошел. Опа! Нет, все, пока. Ой, здесь так не глубоко. Рассказывай, как водичка? Водичка тепленькая, хорошенькая. Здесь мутная, потому что волна, а дальше хорошая. Да? Ну, конечно, с пики не сравнится. Там-то вообще прям кристально чистая. Но тепленькая, хорошенькая и быстро доступная для нас. Всего 30 минут на байке, и мы здесь. Ура! Если вам нужен пляжный отдых, то обязательно размещайтесь поближе к пляжу. Вот. Мы сюда ехали не только на пляже, но и ехали покататься по всему острову. Поэтому нам, в принципе, мы не любим пляжный отдых, ребят, короче. Ну, просто днем на пляже находиться это... Но мы иногда действительно себе позволяем поваляться на пляжике, покупаться. Дети очень любят купаться, возиться в песке. Ну, как правило, это через день, через два, наверное, да? Да. Случается. Не чаще. Как у тебя здоровье? Почему ты не купаешься? Расскажи, ребята. Вчера ходила к врачу, и врач сказал, что воспаление уха, отит. Неделю не купаться. Неделю нельзя купаться. Да. В общем, ребят, я не лезу в воду. В директ написал один парень и спрашивает, какая еда. Ну, типа, вот мы в Таиланде и так далее. И тайская еда, типа, вкуснее или китайская? Знаете, все вкусно.
И тайская, и китайская. Мы тут сидим с Катей и размышляем, а все-таки, какое самое вкусное блюдо? У меня уже ответ подготовлен. Ты, наверное, скажешь, рыба с квашеной капустой, да? Нет. Нет? Давай, говори ты. Я не знаю, мне кажется, пельмешки наши. Просто так банально, пельмени и все. Мне кажется, или пельмешки наши, или что-то, мне кажется, домашняя еда, как бы она, что-то в ней есть такое. В ней какая-то теплота. Окей, пельмени, да? Ну что-нибудь, вот я не знаю, не обязательно пельмени. Например, мясо там духовочки под сырной корочкой. Короче, что-нибудь такое. Ладно, ты пока думай, потому что у тебя ответ еще не готов. У меня четкий ответ есть. Мое любимое блюдо — это запеканка. Либо сырники. А-а-а. В общем, все, что связано с творогом, и это творог запеченный. Это самое мое любимое блюдо. Еще он любит из творога такие печеньки, как уголочки или как... Твороженое печенье обожаю. Твороженое печенье, в детстве это наярило вообще. А ваше какое любимое блюдо? Пишите в комментариях. Да, пишите в комментариях. Я так и не смогла придумать. Но мне кажется, домашняя еда, она самая вкусная. Потому что в ней какое-то тепло есть. Что-то такое. Ребята, а у нас закат. Девчонки красивый. Сидят, песочки играют. Закат, все стоят, закат шикарь. Снимают, посмотри, там, ну да, это и там. Постоянное явление, на закат собирается очень много народу, и прям действительно как красиво. Все подходят, фотаются, девчонки мило там играют, клево. А в Гуанчжоу сейчас очень холодно, и в Гонконге холодно, и в Шэньчжэне холодно. Прям дубак, говорят, не едьте, отдыхайте еще. Надеюсь, после того, как мы приедем... После отдыха мы приедем в Гуанчжоу, будет тепло. После пляжа заехали за блинчиками. Это любимый десерт девчат. Блинчик с нутеллой и с бананом, да? Да. 50 бат стоит один. А им ничего не видно? Я думаю, куда ты смотришь? А вот сейчас им видно. Им видно. А? Что, видно? Это масло, да? Это масло, да, у него. А вот нутелла волшебная. Вкусная. Вкусная, да. Мы дома, девчата, покушали уже блинчики. Помылись. И спать улеглись. Спрашиваю ребенка, что ей сегодня больше всего понравилось? Что тебе сегодня больше всего понравилось? Мне сегодня понравилось море, блинчики. Блинчики вкусненькие. И фрукты. В Таиланде, да? Ага. А, фрукты мы еще сегодня кушали. Да. Еще. Вкусный день был? Да, вкусный день, не классный. Не классный? Классный, я сказала. А море все это дело приукрасило еще, да? Угу. Давай, все, спокойно. Сегодня больше всего что понравилось? Это волны ловить. Купаться? Волны ловить. Волны. А, когда мы с тобой прикалывались? Вероника говорила со мной по-китайски. Вот, и говорила то, что типа волна идет, да? Подпрыгивай, папа, да? Что ты там говорила? Подпрыгивай. Как подпрыгивай? Ну, я говорила, танчила, это... встань. Встань. Как еще раз? Танчила. Вот так вот. А что, еще что-нибудь есть? Отметить. Мы еще говорили, когда... Танчила, please. Один на китайском, один на английском. Болтали, в общем, на трех языках. Ну все, пока ночи. До ночи. One more thing before you